Крокус покус. Жизнь закончилась, пора страдать. Тиман. Мэн пошел. Лазить там. По балкону. Ты ж не видел, блин. Не видел. Ты меня не видел. Показалось. Лох, это судьба, Димон. Он меня бил, как в проходе не попал. Это как вот та докатка, где Анька с ваншотными топорами меня на этом на хедном филде зажала, вот знаешь, где забор и дом. Угу. И не попала. Блять, ты шутишь? Нахуй ты его сюда привела, к моему генератору охренительному? Она раненая была? Да не знаю, я что-то не обращаю внимания на такие условности. Но я подставляться не буду. Ген 40. Да я тоже на себя. Да мы не успеем. А, тут подвал. Пора валить, Катя. Патруль на линии. А чё, там снимет? Ты ушла отсюда? Я ушла, я террор рядом. Так он здесь ходит, конечно. Жалко. Очень. Тут фотка вот сратая. Снег. Да есть там. Бля, у него ген откатился, жалко. Да потому что клоуны вот такие на тиммейтах. Переводят туда, где ген чинит. Ай. Падают в подвале. И тратят общее время. Бля, я уже срала орех. Ну, хоть ты не в подвале. Хорошо. Не люблю в подвале. Пожирал, походу. Наверное. А, слушай, он меня что-то подвал донесет. А, нет, не в подвал. Не знаю. Я нож, у меня спринт еще не откатился. 15 секунд до отката. Это кладетка бахнула. В отместку. За подвал. Не знаю, спинит. А, теперь успею. Где Зарина? Снимайте. Бежит. Она в картонах. Нет, теперь бежит. Тоннелем, тоннелем. Сегодня мы с тобой тоннелем. Ну, в тренче. Прояви себя около тысячи. Тоннелем. Так, а можно не бахать, пожалуйста, ребят? Да, нет, он меня станет. Это позитивный парень.
Нет, он тебя не думает. А, нет, бросил. Он к нам пришел, потому что кто-то гений, гений бахнул один. Блять. Чем ты в мейн пришел? За тем, что я там была. Я понял. Я имею в виду, здесь нет ничего такого интересного. Не да палет, тут вообще не палет ничего. Тут. Ну ладно, не тот гендаль. Там у них кто-то это... Да не, опять я на его бахнула. Тупая овца. Я не знаю, кто за Рину и кладет. Я в цирке лечусь, если что. Я в лаче посмотрю, может там есть сундук. Сундук в цирке есть. Но Димон здесь. И так мне и надо. Я хотел в подвал спуститься за этим. А он в мейн пошел. За сундуками. Тупая Зарина, блять. Ой, господи, колодетка. Сука, пришла, сама застопилась. Ебанутая просто. Она мне аду куда его? Да-да. Давай спим. Кладочка пришла, короче, мой этот. Вагончик? Я открываю сундук. Кладочка приходит. Я открываю. Димон подходит с другой стороны, запирает кладочку. Она получает хит, потом он ее бьет с обилки, она оливает. Ебанутый, нет? Ты зачем сюда пришел? Объясни мне. В жопу полез. Давайте просили, если хочешь. Ну, можно. Я не знаю, куда он полез. У меня аптеки нет. Там фонарик в цирке. Зеленый. Уже здесь. Ой. Дима, отвали, а. Мистер Демогоргон. Да. Дим, отъебись. Тебя тут где взял, дурында. Я сам. А я по диагонали чиню. Вот я и висел по диагонали от мейна. Ну, в смысле, ага. Вот. Через мейн, если диагональ перевести. Ага, окей. Вот рядом с ней. По ее левой плечо. Если он сюда не перетащит, то все в порядке. Если перетащит, то будет грустно. Он ее там повесит. Сняла, да? Хорошо. Зарина, вот бежать сюда было не обязательно. О, мистер Тимогорга. Медаль вам гея. Слушай, если ты вдруг будешь в цирке. У него здесь, по-моему, это. Дим Ген дали, у него в коробке 10. Как его? По-моему, горячий что-то. Снежка.
Аня, мне показалось. Она мне там так байтила, на этом сейф палету просто висят. У меня просто без обилки бомб меня положил гораздо быстрее. Пытался меня с обилки. Ну у него, наверное, челяс есть, я не знаю, кто там чинит. Вот, по-моему, он туда пошел, за спиной. По левое плечо точно. А, вы вдвоем там. Надо что-то делать. Надо что-то чинить. Он начал чинить. Угу. Там мне ген был. Ну, такой стартовый. Понял. Уи! Хилить. Да, давай. Не лечится ничего. Ну, даже с телепортом. У него где-то здесь яма есть. Здесь у него еще дырка в этой постройке. Ля, я инвизио. И инвизио, говорю. Ты меня называла. Инвизор. Вау! Почти, почти, Дим, почти. Здесь возле крюка, на котором ты до этого висел, Ген. Половинка. Маме дома расскажешь. Окей, молодец. Хитанул ванцей в палете. Не переагрелся на мой ген. Нет. Передумал агриться на мой ген. Молодец. Два сантиметра осталось. На Дмитрий Николаевич. Прям по щербету. Блин, не увернулся. Тащит на твои ворота. Ты идешь туда? Я бы на месте не стал этого делать. Там где Ген дала? Ну, он тебя видел, мне кажется. В лицо мне стоит. А чё, игра еще не закончена, ты в курсе? Он пошел на твои ворота. Не на мои. Да? Это смешно, а? Ну, вообще, ворота очень близко. Ну, так-то да. Зарин пока не открывает, она ныкается. Ну, тогда я пошла. Но она ранена. Не, она свои открывает. Да, она свое отвисит, что-нибудь, спасать ее. Он не покивал, говорит. Открывай, ё-моё, сейчас не отпустят тебя еще. А, ты что, с ним фарм все? А, накрой пока, да, убей меня, говорит. Она говорит, убей меня, говорит, повесь меня на крюк. Он говорит, да-да-да, сейчас все будет. Желание этой девушки закон. Хочу чего-нибудь остренького. Я не поняла, а что она хотела умереть-то? Не знаю, она открыла ворота. Половину открыла, он к ней пришел, она перестала. А что-то ему приседало, он говорит, да-да, типа, она отвела его к крюку, показал на крюк, и он ее убил. Бля, веселая катка.
Просто это просто лучшая катка за последнее время. Сейчас я даже напишу, что вот так. Zeta was fun. Спроси ее, почему она такая суицидница? Не знаю, даже не интересно. Че ли он? Что он имел в виду? Не знаю. Thanks. Не делаю.